Лишить Катар права на проведение чемпионата мира по футболу. Этого требуют от ФИФА 6 арабских государств. Все они 1,5 месяца назад разорвали с Катаром дипломатические отношения. По их мнению, эта страна не сможет гарантировать безопасность болельщиков, поскольку сама является базой террористов. Если ФИФА не пойдет навстречу, страны грозят бойкотировать турнир. Напомню, чемпионат мира по футболу должен состояться в Катаре в 2022 году.